что? А вы кто у нас? Шакеев? Нет, а пресса кто? Пресса? Нет, а ну серьезно, давайте. Вот написано Шакеев. Паспорт есть, пожалуйста. А какой у нас какая пресса? Блогеры мы. Чебоксарские. Нет, блогеры мы сюда не пропускаем. Почему? Вон там вход. У нас здесь только машины проходят. Видите, мы даже администрацию сюда не пропускаем. А им тут здесь делать нечего. Здесь должен быть Шакеев. Давайте, пожалуйста. У нас здесь транспорт на КПП. Нет, а на каком основании здесь не пускают жители? У нас здесь проходят. А на каком основании? Объясните, кто у вас так главный по тарелочке? Так, кто у вас главный тут, начальник? Почему Шакеев не пускают? Ага. Почему не пускают? Извините, у нас режим сейчас закрытый объект получается. Почему? И список и имеется лиц, которые имеют доступ к нему. А что это за кружок непонятный? Что за мероприятие? Закрытое. В списке вас нету, поэтому мы вас не можем допустить сейчас туда. Почему? Все вопросы к руководству. Какому? У нас имеется руководство МВД, ФСБ имеется, сотрудники вот стоят непосредственно здесь. А заезд здесь будет, да? Заезд предполагается, да. Все, ладно, я понял. Зря вы меня не пустили. Я вам сейчас...